Мы проморгали переход к коммунизму. Он уже наступил и конфликтует с капитализмом. Объективные вещи не прислушиваются к состоянию нашего сознания. Восход солнца никак не прислушивается к тому, что мы об этом думаем. Просто земля поворачивается, и солнце оказывается у нас над головой. Примерно так же, независимо от нашего сознания, происходит и смена социально-экономических формаций. Разница состоит в том, что солнце – это солнце, и все. А формация нашего общества социально-экономическая, формация общества социальная, то есть общественная, но зависящая от уровня экономического развития нашего человеческого сообщества. И если экономика нашего общества, уровень ее развития не позволяет установить коммунистические отношения между людьми, то можно танцевать с бубнами, но коммунизм не наступит. А вот если уровень экономического развития уже достиг того состояния, при котором возможен коммунизм в обществе, а в обществе сохраняются капиталистические отношения, то экономика начинает конфликтовать с общественной формацией. Здесь экономика – это солнце. Экономика объективна, а человеческое общество может и заблуждаться. Иными словами, экономика тянет наш социально-экономический поезд вперед, а в каждом вагоне этого поезда едем мы, люди. В каком-то вагоне уже почти коммунизм, где-то еще держится капитализм, в каком-то вагоне едет диктатура, а где-то в хвосте поезда в вагонах едут цари, короли и прочие вожди развивающихся стран. Но поезд тянет уже коммунистический локомотив. Коммунистический уровень развития экономики характерен тем, что в человеческом труде уже нет острой необходимости. Основные продукты, необходимые для нормального функционирования коммунистических отношений людей, уже произведены. Построены города, села и дороги, создано энергоснабжение, добыты руды и энергоносители, а то, что непрерывно производится, делают преимущественно машины, механизмы, искусственный интеллект и прочие компьютеры. То есть острой потребности в труде каждого человека уже нет. Соответственно, и количество рабочих мест для людей неуклонно и объективно сокращается. А принципы построения социума каждому по труду еще остались. Мой, ваш труд уже не нужен, рабочие места заняли роботы, дроны и прочие железяки, а жить еще можно только с заработной платой. Это называется противоречием. Работы уже для меня нет, рабочего места нет, а жить я могу только за деньги, которые мне брать негде. Но моей заработной платой, моими деньгами, обеспечивается платежеспособный спрос на товары и услуги, которые уже производят роботы. Если для меня нет рабочего места, нет заработной платы, нет спроса, нет и продажи. От этого гибнут производства, кто бы на них ни трудился, будь то люди, роботы или компьютеры. Вот та загадка, которую не могут разгадать даже самые умные капиталисты. Но капиталисты пытаются продлить жизнь капиталистических социальных отношений разными способами. Один из самых древних методов продления – это кредитование. Бери деньги, потом отдашь, когда заработаешь. Потом они пытались переложить проблему зарабатывания денег на частное предпринимательство. Мол, зарабатывайте деньги как вам угодно, но потом приносите их в мой магазин. Романтика! Это дело тоже не пошло. Все уже производят роботы. Образованные капиталисты решили, что делать нечего, и предложили наделить людей безусловным базовым доходом. Даже где-то начали это внедрять. Но другие капиталисты сказали, что это не решение проблемы. Мы даем людям деньги из собственного кармана, чтобы они покупали у нас же товары и услуги, произведенные за наши деньги на наших собственных заводах. Не получается. Тогда самые умные капиталисты сказали, что пора снижать продолжительность рабочей недели, но платить работнику как за 40 часов в неделю. Опять та же ерунда получается. Люди работают меньше, а мы доплачиваем им собственные деньги. И вот тогда самые кровожадные из последнего вагона коммунистического экспресса сказали, что все уже давно придумано. Лишних людей, которым мы, капиталисты, не можем создать рабочие места, нужно просто убить. И начали это делать в Украине. А потом эта идея кому-то очень понравилась, и он начал ее реализовывать на Ближнем Востоке. Но этот номер легко проходит в тех странах, где у людей предусмотрительно нет оружия. А как быть остальным капиталистам? Но убивать людей тоже некрасиво получается. И не потому, что хоронить негде, а потому, что снижение численности населения в селе, в городе, в стране или в целом мире вызывает инфляцию. Вот так, лети! Это серьезно, Билли? Это 80? Вчера это стоило 50. А инфляция? Сейчас я пас.
а инфляция пожирает деньги. Деньги обесцениваются. Если нет людей, то и деньги никому не нужны. Нехорошо получается. Денег в мире горы, некоторые капиталисты уже разбогатели как целые государства, они даже свою миллиардную экономику придумали, уже и в космос летают, и в космические телескопы далекие миры разглядывают, они даже экономику, которая работает без людей, создали. Вот представьте себе, Евросоюз оштрафовал компанию Meta, Facebook по-нашему, на 1,2 миллиарда евро за то, что компания Facebook пересылала в Штаты персональные данные пользователей не по закону ЕС. Нет, вы вдумайтесь, ведь это мои и ваши личные персональные данные Facebook пересылал. А вы получили хотя бы 100 евро из этой космической суммы за неправильную пересылку ваших персональных данных. Да хрен с ними, с деньгами. Вам хотя бы сообщили о том, что ваши персональные данные были под угрозой, которую ЕС успешно предотвратил. Вот то-то же. И мне не сообщили. А деньги с Фейсбука взяли себе. И вроде бы жить бы капиталистам сейчас без прочего населения на Земле, да припевать. Но не получается. По той простой причине, что богатство всей Земли – это люди. Это мы здесь все создали. Даже покупаем товары и услуги – тоже мы, люди. И одни люди, капиталисты, от других людей, нас с вами, ничем не отличаются. Это они, капиталисты, кусок изо рта своих детей вынимали, чтобы построить на этой планете коммунизм. Давайте же вместе и насладимся созданным нами благом.